В эфире ваша любимая рубрика «Соусы от шефа». Готовим испанский соус ромеско. Запекаем овощи, перцы, помидоры, сюда же чеснок, миндаль. Добавляем оливковое масло. Отправляем в духовку до готовности перцев, температура 200 градусов. Овощи запеклись, очищаем их от кожицы и семян, перекладываем в чашку. Запеченный чеснок, миндаль. Добавляем острый соус на основе чили. Можно также добавить свежий чили, оливковое масло, копченая паприка, 1 чайная ложка, бальзамический уксус, соль, немного черного перца. И все это пробиваем блендер. Перекладываем его в стеклянную тару. За счет уксуса соус может храниться достаточно долго. Такой соус прекрасно подойдет к рыбе, к мясу и овощам. Сохраняйте рецепт. Приятного аппетита. Пока.